Приветствуем нового империального черного бриллианта, мистер Кен Портер. Кен Портер, Imperial Black Diamond. Wow. Путешествие на яхте. Далин хочет, чтобы я рассказал путешествие на яхте. Вот как обстоят дела. Мы летим в Стамбул. Вы, ребята, кстати, не знаете об этом. Мы летим в Стамбул, садимся на яхту с моими 6 детьми и семьей. Потом мы пойдем в Израиль и затем в Египет. Посетим пирамиды. Мы проведем там неделю. Проведем недельку на яхте, только мы. Будем наслаждаться. Разве это не весело? Вот в чем дело. Империальный. Чувствую себя точно так же, как когда-то, когда я подписался в MLM и достиг своего первого ранга. За достижение своего первого ранга я получил $100. И знаете, кто дал мне этот первый чек? Вот этот парень. Ты помнишь? Где это было? Это было в Силбурге. $100? Да, чек на $100. Ты потратил его за один раз? Нет, я завидовал. Борг был там, у него был чек $200. Борг, я тебя люблю. Я скажу вам, что меня воодушевляет. Это невероятный бизнес. Прежде чем я получил мой первый чек, я посетил 3 семинара. 3 разных MLM-компаний. И каждый семинар, который я посетил, я все еще думал, то ли это, что я хочу делать. И я хотел принять решение один раз. И этот бизнес благословил мою жизнь. Но сегодня речь идет не обо мне. Сегодня речь идет о вас. И только что мне больше всего хотелось бы сделать, я хотел бы воодушевить вас, посмотреть на несколько вещей. Самое лучшее решение, которое я принял 20 лет назад, было, когда я решил заняться этим бизнесом по одной простой причине. Я рассмотрел все возможности альтернативной работы, которые я только смог найти. То, что я обнаружил, что все они являются работой. Меня не интересует, что мы делаем в жизни. Здесь есть кто-нибудь, кто думает, что мы не должны работать? Мы все работаем, но есть только одна индустрия, одна профессия, одна карьера, где работа дублицирует сама себя. Когда вы поработали один раз, и это превратилось в два рабочих единицы, а затем в 5 рабочих единиц, затем в 10 рабочих единиц. Кто из вас хотел бы использовать систему рычагов жизни? Я хочу видеть вас прямо сейчас. Я настолько благословлен Манави. Я настолько благодарен этому бизнесу. Этот бизнес благословляет жизни, особенно Манави. Чья жизнь была благословлена на сегодняшний момент благодаря Манави? Как вы думаете? Кому-нибудь еще нужно благословение? Конечно, конечно. Я хочу сказать, что первый чек, который я получил от Далина, не был моим днем независимости. Вы понимаете, что мне пришлось упорно работать в сетевом маркетинге 3 месяца, и я получил чек в $100. 3 месяца. Я проработал еще 3 месяца, и это было похоже, что более лучшее предложение было бы Макдональдс. Я получил отказы. У меня 11 сестер и братьев. Догадайтесь, сколько из них мне сказали «да»? Ни один. Ни один. Мои соседи, друзья, я рекрутировал 1 из 10. Я не видел причины преуспеть. Мои друзья мне говорили, это глупо. Кен, ты либо отчаявшийся, либо глупый. Кто из этих двух? Смотрите, я могу работать в Макдональдсе и зарабатывать 2 раза больше, чем я зарабатывал в сетевом маркетинге. Понимаете, в этом бизнесе ваше будущее настолько ярко, насколько вы верите, но также настолько темное, насколько вы сомневаетесь. И то, что я обнаружил в этом бизнесе, что большинство людей сомневаются. Давайте не будем одним из них. Наша цель взять тех, кто сомневается, и превратить их в тех, кто верит. И мы делаем это при помощи личного примера. Люди, которые сказали вам «нет», следят за вами. Они следят за вами. И то, что вы не можете сделать
вы не можете бросить и не можете остановиться. На каждое «нет», которое вы слышите, вы должны продолжать работать, продолжать работать. В следующем году тут не должно быть ни одного человека, которого бы не продвинулись по рангам. Вы не должны ехать домой с большим количеством веры и воодушевления, а через неделю забыть, что вы в Манави. Не приезжайте домой и не начинайте смотреть CSI Miami. Вместо этого возьмите телефонную трубку. Этот бизнес настолько простой. Самая трудная часть этого бизнеса – это не набор навыков, не усилия, не работа. Это только одна вещь – это принять решение. Знаете, самое большое благословение, которое у меня было 20 лет назад, это когда кто-то сказал мне: «Кен, если ты проработаешь один год, отдай 20 часов в неделю в течение одного года, я обещаю тебе, что всю свою оставшуюся жизнь ты будешь иметь пассивный доход. Ты никогда не будешь разорен». Я принял этот вызов. Я не хотел заниматься сетевым маркетингом. Есть тысячи вещей, которыми бы я хотел заняться вместо этого. Это потому, что я не понимал бизнес. Я думал, что это будет утомительная работа с друзьями и родственниками. Через год работы, тратя 20 часов в неделю, мой доход составил $1000 в неделю. Давайте посчитаем. $1000 в неделю – это 52 тысячи в год. Сколько денег вам нужно иметь в банке, чтобы заработать $52 000 в год? Вы уже не можете это сделать с $1 000 000. Приблизительно нужно $1.5 миллиона. Один год усилий создает доход, как $1.5 миллиона. Каждый человек в этой комнате, забудьте о заработке в сотни тысяч, забудьте Ламборджини, забудьте большие цифры. Самое большое благословение, которое имеете, если каждый в этой комнате будет иметь свой собственный день независимости. Ваш личный день независимости может наступить от такой маленькой суммы, как $1000 в неделю. Если вы будете иметь $1000 в неделю, и вы знаете, что она никогда не перестанет приходить, как бы вы изменили свою жизнь? Это изменило мою жизнь невероятно, потому что когда я начал получать $1000, у меня появилось две вещи. У меня появилась вера и силы работы до следующей $1000 в неделю. Я бы хотел, чтобы каждый в этой комнате поставил себе цель. Ваше первое $1000 в неделю. Следующему семинару ваше первое $1000 в неделю. Уровень золота приведет вас к $1000 в неделю. Сколько занимает достичь уровня золота? Я вам скажу, если вы будете работать 20 часов в неделю и будете упорно работать, на это уйдет 3 месяца. Стать золотом – это отправительная ступенька в следующем ранге. Не беспокойтесь о следующем ранге. Станьте золотом. Станьте золотом. После золота придут другие ранги, и вы проснетесь и скажете: «Господи Боже мой, как я благословен!» И вы захотите все больше и больше продвигать это благословение. И в этом и будет состоять движущая сила бизнеса. Вся работа делается с самого начала. Я вам говорю, что работа делается с самого начала. Это немного проще зарабатывать большие деньги сегодня, чем это было в начале, когда мне было довольно трудно встать с кровати и взять телефон. Вы можете это сделать? Вы можете взять телефон и позвонить? Пожалуйста, сделайте это. Мне очень нравятся эти джентльмены. Я люблю этого не джентльмена еще больше. Я очень благодарен Манави за те благословения, которые у меня есть в жизни. Моя жена сейчас здесь нет, она очень важная часть нашего бизнеса. Она будет позже вечером, у нее проблемы с перелетом. Я очень благодарен Манави. Я очень благодарен всем вам. Так много людей благословляет мою жизнь. И я стою там внизу и смотрю, как люди поднимаются на сцену. У меня наворачиваются слезы, и я благодарен за новых друзей, которые у меня появились. Я считаю, это лучше, чем финансовое благословение, когда у тебя появляются друзья. Счастье – иметь много друзей, у меня много счастья. Я вас всех очень люблю. Кен Портер, новый империальный черный бриллиант. Спасибо, Кен. Хороший чек на $600 000. No doubt about it.